Тысячи километров между Балтикой и Заполярьем. Здесь, как и по всей нашей стране, развернулось соревнование за достойную встречу 25-го съезда партии. 16 лет работает в зверосовхозе «Кольский» Мурманской области Лидия Ивановна Минаева. Сначала Лидия Ивановна училась выращивать песцов и норок. Теперь уже бригадир фермы, она передает свой опыт молодым звероводам. Только в прошедшей пятилетке бригада Минаевой сумела сохранить и вырастить тысячи норок сверх плана, намного перевыполнив не только государственное задание, но и свои социалистические обязательства. И большая заслуга в этом учениц Минаевой, недавних выпускниц средней школы. Кстати, в школе Минаева бывает часто. Член парткома совхоза, она стремится привить ребятам любовь к родной земле, стремится к тому, чтобы многие из них остались работать здесь, в совхозе. Коммунисты Мурманской области избрали Лидию Ивановну Минаеву своим делегатом на 25-й съезд партии.